Ну, то есть у меня такой же был. Я не знаю, я надеюсь, Что вы там говорите? Я просто... Про тебя гадости, естественно. О, это правильно, это правильно. Я такой. Мы уже все слова наговорили. Это хорошо. Я в записи посмотрю. В записи послушаю гадости. Давай. О, там кисточки какие-то уже делятся. Появился вопрос у меня. Да. Время. Не знаю, на него действительно можно в конце отвечать. А насчет того вообще, как ускорять работу над персонажем именно. Вот. Может быть, есть какие-то, опять же, способы. Ну, грамотно построенный пайплайн, конечно. Вот это то, о чем я говорил. Кстати, случился конфуз, и, скорее всего, первая часть стрима в записи не будет звука. Не важно, главное, я тебя слышал. Ты слышал, а вот Инесса не слышала ничего. И не услышит, походу. Мы расскажем, что у нее все хорошо. Хорошо. А это можно тогда скриншот? А, или подождите, в записи уже будет. Звука не будет, да, да. Ну, запись я тогда с первой части ускорю, чтобы долго люди не смотрели. Причем звук будет ваш, ваши комментарии есть. Мой микрофон не записался, походу. Да, вот если бы не ушел курить, обнаружилось бы в конце стрима, да. Вот. А вот потому что никто на Twitch не зашел, не проверил и не сказал мне. Видите? Вот так вот. Кто бы мог это сделать, да? Интересно, кто бы мог. Грамотно построенный пайплайн, потому что основная задержка у нас из-за того, что если мы работаем хаотично, по непростроенному пайплайну, то возникают как раз те самые проблемы. Мы тратим время не на детальки, а когда движемся дальше, мы замечаем, что надо что-то поправить. А там уже угроблено там 5 часов на детали. А надо их все переделывать, потому что надо поменять руку. И из-за того, что пайплайн был не соблюден, мы замазываем детальки и выкидываем мусорку 5 часов своей жизни. Вот так и живем. Поэтому вот тот самый пайплайн от общего к частному очень упрощает жизнь. И, соответственно, позволяет ускоряться. Потому что когда решены общие формы, ты уже детальками их испортить можешь, но потом ты просто их там подотрешь, и все будет хорошо. Потому что общая форма решена. Все. Самое главное вообще в рисовании – это грамотно выстроенный пайплайн, тогда будет скорость. Когда тебе скорость не нужна, ты можешь экспериментировать, искать новые пайплайны, и, может быть, найдешь какой-нибудь, который будет быстрее. Да, для тебя именно удобнее и быстрее. Ты сможешь быстрее делать работу. Вот такой вот ответ. Пожужжу-то. Так. Кто у нас был дальше? Дальше у нас Аня с красотой. Ну, я думаю, даже говорить не стоит. Работа с заказчиком будет точно принята, точно понравится и точно оценится. Кстати, я забыл узнать у Ники. Ника, сколько времени ушло? 23 часа. 23 часа. Считаем заработок. Мне интересно, сколько вы все зарабатываете, видите? 23 часа. Так. Удалите. Видите, какой меркантильный. Считаю, сколько вы зарабатываете. Делить на 23. Ну, 8 баксов. Нормально. 8 баксов, почти 9. Нормально. Жить можно. Так, Аня. Привет. Привет.
Сколько у тебя на красоту на это ушло? Давай сразу посчитаем. Наверное, где-то тоже 22 часа. 22 часа? Ну, 9 баксов. Ну, нормально, 9 баксов. Тоже неплохо. Ну, получилось красивечно. Немножко вот здесь вот вырезано, да? Но, опять же, можно списать на стилистику. Понимаешь, о чем я говорю, да? Ну, геометричная форма – это хорошо, но у тебя тональное развитие на ней такое, как будто это вот плоскость, плоская вот такая. То бишь, немножко не закручена туда. То, что она туда уходит. То бишь, то, что она оттуда выходит на нас. Вот этого немножко не хватает. То, что она оттуда-сюда, оттуда-сюда. Теперь поняла, да, о чем я говорю? Поняла или нет? Вот это то, что она лежит на голове и уходит назад. Вот этого немножко не хватает. Хочется это как-то решить. Это можно либо оттуда на свет выводить, либо наоборот сзади подписывать. Да? И тогда у нас то, что сзади, будет уходить в дымку. Но так стилистически очень круто. Мне очень нравится. Цветовая гамма мне очень нравится. Возможно бы я что-нибудь с лицом, потому что у тебя опять же здесь вот геометрия везде такая жесткая, прикольная, а лицо немножко такое мягенькое очень, типа не решено. Я бы, может быть, чуть-чуть тоже этой геометричности добавил бы сюда, вот такую историю. Ну это опять уже нюанс. В целом, говорю, очень, очень круто, очень мне нравится. Немножко вот здесь червячки на себя много берут. Опять же, туда бы завернул бы чуть-чуть. Вот. Здесь можем оставить, пока они на нас выходят. Туда бы завернул. Вот. Тут тоже хочется объединить немножко формы. Чтобы не так было много их, а лучше красивые, но поменьше. Вот, а так очень круто, очень круто. Мне нравится. Немножко ручка здесь теряется. Что если ей одеть, типа, перчатки без пальцев, допустим? Я просто пыталась тему археологии как-то поддержать. Вот. Археологи... Ну да, я тоже смотрю на эту руку, думаю, как ее... Ну, либо книгу тогда надо светлее как-то решать, да? Потому что прям очень они там залипают друг в друга. Не знаю, археологи носят перчатки без пальцев или нет. Надо смотреть. Так, ну, нечего сказать. Очень крутой, очень грамотный рисунок. Немножко не хватает, да, у тебя еще моментик, да, я тоже смотрел, еще когда-то скидывала. Очень хорошие здесь глубокие тени цветные. Вот это все очень круто, глубоко, интересно. И такие серенькие ножки. Вот такие прям серенькие. Без... Ну, хотя здесь кожа, которая сама по себе плотная, имеет плотные тени, да, и отражения намного более типа, четкие на ней, чем на ткани, да. Но при этом она у тебя, они у тебя серенькие. Чего бы вот у тебя здесь вот у тебя здесь кожа как плотно хорошо решена. Чего бы вот этого решения не привнести и сюда. Хотя бы вот на передний на стопожок как раз он отобьется от того.
Ну, потому что они прям серенькие, они прям как будто не от этого рисунка. Потому что здесь все плотненько, хорошо, а ножки... Ножки такие серенькие. А так очень круто, очень мне нравится. Прям. Ну ты сразу попала там вот эту вот цветовую палитру Врубеля. Ага, да-да-да. Прям специально мне угодило во всем. Умница. Хвалю. Респект. Ну, там чуть-чуть допилить, говорю, вот обобщить вот эти твои полосочки на тканях, которые, ну, просто неоправданно много их там. Форма редко себя так ведет, особенно в спокойном состоянии, да. И все. Ну, и где-то подписать светлые штуки. А так очень круто. На темном фоне тоже смотрится шикардосно. Ну, как я и говорил, если на белом смотрится, на темном точно будет смотреться. Вот. Очень круто. Дерзай. Все, жду. Не забываем рассказывать всем про то, что это было сделано с нами вместе. О, это хорошо. Рассказывать своим друзьям. И врагам особенно. Приводите врагов, будем их ругать за то, что они плохо рисуют. Ну, зато они будут страдать. Так, у нас Ира тоже не оставила никаких упоминаний о себе на работе. Ира тут? Замечательно. Что могу сказать? Работа очень приятная, интересная, но, естественно, скорее всего, заказчик такую работу бы не принял. Почему? Ну, сама понимаешь, да? У тебя здесь свой стиль, своя история, а все-таки для Pathfinder, я помню, Pathfinder-ский персонаж, да, у нас, там, ну, более самирил, да? А тут у нас такая история стилизованная, приятненькая. Может, ну, имеет место быть. В принципе, очень здорово. Я думаю, во многих играх очень зашел бы твой стиль. Да? Конечно, не в самиреализме, не во всяких D&D и Pathfinder'ах, но есть проекты, которым нужен вот такой творческий подход. В целом, все хорошо. Возможно, чуть-чуть бы я добавлял всяких историй. Но это опять же я. Что я тут лезу, да, в ваш стиль? Но я бы добавлял каких-то вот более конкретных историй. По пенюхе там. Чтобы материалы немножко отличались, потому что они сейчас по тону немножко сходятся. Если мы берем, немножко все очень близенько все друг с другом. Поэтому хочется добавлять разнообразие. Вот. А так, ну, добавить даже нечего. Приятно, интересно, в своем стиле. А, возможно, блячок все-таки обычно делается на пимпочке. Разные бывают, тут я не могу сильно что-то советовать ругать. В принципе, приятно. Вот эта фактурка акварельной бумажки. Холстовой акварельной бумажки, помню такую. Вот тут не очень хорошее залипание. Надо либо одним перекрывать, либо другим. Я рукавчиком отбил. В принципе, вот эта вот форма не очень хорошая. Вот такие вот штуки,
хочется, типа, если с одной стороны прогнулось, то с другой стороны хочется там либо прямее, либо в другую сторону выгнуть. Потому что, ну, такая форма, она, типа, странненько смотрится, непонятно, как она в пространстве себя будет вести. Вот. Так хорошо, можно было и немножко понаглеть там с блячками на золоте. Ну, и то же самое касается блячков на стекле. Потому что сейчас они тоже по материальности, у них не хватает. Отражение и прочее. Вот и круто, продолжай, приятный стиль, развивай. Если тебе нравится в таком стиле делать, то развивай, развивай его, и найдешь своего клиента вообще легко. И, в принципе, все. Тут я сильно не могу придираться, потому что немножко в другом стиле и по-своему, в своей манере. Так, очевидные ошибки просто озвучил, которые во всех стилях являются ошибками. А так хорошо. Пожалуйста. Так, ехали дальше. Так. Дальше у нас снова, да, я волшебник, маг, волшебник. Ага, ага. Олеся у нас дальше. Олеся тут? Да, привет. Я там, если что, еще пониже есть на белом фоне. Да, замечательно. Да, смотрим. Но правда на белом фоне молнии не было видно. Ну, в общем. Ну, значит, надо было молнии делать не белыми. Угу, угу. Да, надо было, но, в общем, для этого нужно было открыть фотошоп еще раз, но, в общем, да. Да-да-да. Немножко потерялась твоей самобытности. В принципе, персонаж получился интересный, но вот этой твоей графической самобытности из скетча она немножко ушла. Мне бы хотелось ее как раз сохранить. Ее можно сочетать вот этот вот. А, у меня здесь есть. Вот этот вот грубый лайн, да, вот такой стильный. И он вполне себе сочетаем с рендером. То бишь, мы сохраняем все эти формы интересные, да, и просто наполняем их уже проработанным рендером. Мы сохраняем вот эти все жесткие тенюхи, как у тебя на лайне, а уже внутри делаем рендер. И мне кажется, персонаж получился бы в разы сильнее. Прям в разы. Мы сохраняем вот эти вот... Паш, серьезно? Так можно? Просто мне всегда казалось, что живопись это все что-то отдельное, надо вот эти все мазки вырисовывать, сидеть 100 часов, ну, а лайн не очень, нет? Ну так ты можешь, ну, это же у тебя определенные стилистические решения с грубыми вот этими всеми историями. Почему бы тебе их не сохранить в живописи? Ты их сохраняешь вот эти свои всякие типа грубые тени. Да, ты их не оставляешь черными, ты их живописненько там наполняешь, да, каким-нибудь там разбивом. А то, что у тебя на свету, ты уже там как раз рендеришь, лепишь форму, и у тебя получится очень стильная штука. Я тебе кричу, попробуй. Потому что он потерял в симпатичности в разы. То бишь, у тебя такое выразительное лицо было. Сделал бы так же, типа, вот плотная вот эта вот его история. И вот у него твои светящиеся глаза. Вот. А здесь просто, ну, типа, тень внутри просто ее там разнообразила, да, всякими оттеночками.
но сохранила общую плотность. Эти усищи твои крутые также сделала и добавила там, внутри уже такого истории с рендером. Намного выразительнее будет. Потому что сейчас персонаж, ну, слабенький. Нету вот этой истории, типа, с освещением снизу вверх, немножко все одинаково, анатомия у тебя поплыла. Хочется вот этой живости. Вот. В принципе, на самом деле, ну, нормально, да? С этим можно работать, его можно доводить до ума дальше, получится нормальный персонаж. Но слишком хорошая вот эта история. Я не вижу смысла от нее отказываться. Ее надо здесь поддерживать. Ну, это просто на будущее. У нас уже финальный, конечно, стрим. Тут уже ничего не попишешь. Имеем, что имеем. Вот. Сколько мы на нем заработали, кстати? Ну, поскольку живопись — это не моя техника вообще. Я просто... Живопись — это... Я — это разные конфеты, поэтому у меня 40 часов ушло. Ну, это, да, немного мы заработали. О, да, вообще, прям минус. $5 ровно. Вот. Но, на самом деле, ты просто неправильно относишься к живописи. Живопись — это страшно. Я все время беру краски, и мне говорят, ты не умеешь рисовать краски, я их откладываю. Да, все ты умеешь, все ты умеешь, не боись. Вот, у тебя, ну, хорошая подкладка под живопись. Берешь прям и сохраняя вот эту всю эту историю свою. Так же живописишь. Вот как ты рисуешь, так же живопись. Просто потом добавляй дребезжание цветов. Да. У тебя есть лишь теплохолодность, там, типа, поиграть. Она у тебя есть немножко, можно усиливать. Вот эти вот истории все красивые. Прям плоскостями. Посмотри на те же работы, да, для Валоранта. Живопись, но она графичная. Почему бы не делать графичную живопись? То есть, с вот такими же делениями на плоскости, как у тебя здесь. С такими же интересными формами, ну, со всей этой историей, с жесткими рогами. То есть живопись — это всего лишь наполнение твоих интересных графических форм. Так что не бойся живописи. И не надо делать яркие детали там, где они не нужны, подписывай. Видишь, ты здесь все списала, а здесь у тебя почему-то начали светиться штуки непонятные. Угу. Короче, будет очень круто, если ты попробуешь сохранить вот эту вот историю и сделаешь еще одну работку. Ну, если у тебя есть на это время и желание, я бы очень хотел на нее посмотреть. Мне кажется, было бы круто, если ты попробуешь сохранить вот это и вот в это засунуть это. Я попробую, хорошо. Сейчас попробуем грубенько накинуть.
смотришь, насколько он уже работать начинает-то интереснее. Насколько? Насколько далеко ты ушла от скетча? Зачем ты вообще тогда делала скетч, если так далеко от него собиралась уходить? Ну вот это вот все реалистичные пропорции надо, мазочки надо, там вот это все. Ну а что тебе мешает сделать мазочки здесь? Да вы не знаю. Ну, Теперь я не знаю. Здесь же можно также сделать мазочки. Вот тебе вот, вот делаешь здесь живописные мазочки на освещенных частях. Вот, смотри, вот здесь как уже живописный момент получился, здесь также. Ну, единственное, потом берешь всю эту свою теневую историю и тоже, типа, немножко там перекрашиваешь там ее в... Ну, добавляешь ей всякие глубины, да, там, типа, цвета. Ну, потому что чисто черные, они тебе тоже здесь нафиг не нужны, но как раз в этом черном ты играешь, типа, с глубиной, со всей этой историей, рассказываешь ее цветовую, все это. Но при этом сохраняешь вот эти вот формы, которые у тебя были. И будет очень стильная, интересная история. Смотри. Хочу. Очень бы хотелось посмотреть. Спасибо большое. Да. Кто там хотел что-то сказать? Я что-то не слышал. Кто что-то еще говорил? Заиграл, говорю. А, заиграл, заиграл. Дед помолодел прямо от своей формы. Так, Ирина, значит, у нас не успела закончить. Ага, да, я такое. Такое, такое. Ну, чё? Я тогда не спрашиваю, сколько там времени ушло и прочее, прочее. Хотя я подозреваю, что времени уже ушло дофига. О, да, кстати, нет. Нет? Около 8 часов, ну, это как раз время, за которое в идеале заканчивать. Но нормально. Ножка, смотри, у тебя поломалась, да? Потерялась немножко ляшечка и прочее, прочее. Длина у нас получилась длиннее, чем бедро. Надо смотреть по пропорциям. Ручки разные, да? Здесь такая крупная, а здесь такая тоненькая и коротенькая. Здесь вот длина, а здесь хочется ее продлить и кисть сюда вынести аж. Здесь хочется покрупнее сделать, потому что у нас такое... Такая она широкоплечья, очень, очень далеко плечи, видишь, прям очень далеко. Соответственно, хочется тоже, при такой ширине плеч, хочется эти капюшонную мышцу по накачанию иметь, потому что иначе это будет смотреться очень странно.
так вот будет смотреться иначе. А вот, вот так уже, это уже другая история, это уже прокачка. Соответственно, хочется вот эту вот историю ей дать. Это, наверное, будет более накачанная. И лицо у нас немножко влипло туда. Опять хочется, что я буровлю. Вот, немножко выдвинуть на нас, да. Уходила. Ну, тоже не очень, не знаю, надо смотреть здесь с плечевым поясом, очень широко посаженный. Нам нужно капюшонную наращивать, соответственно, нужно шею длиннее делать. Потому что здесь полностью надо чуть голову поднимать, наверное. Вот. А так хорошо, рендер приятный. Продолжай. Вот я по пропорциям поправил, и можно уже красить. А так, дерзай. Приятно решено все. Типа, есть жесткие моменты, есть списанные моменты. Все хорошо. Немножко. Смотреть еще немножко с лицом, губами, вот, вот эта вот часть, короче, челюстная. А, видишь, без челюсти она получше смотрится. Челюстная часть как будто немножко странно. Ну, я попроверял, посмотрел бы рейтинг, возможно, бы прям портретик поставил, поискал. Немножко странность есть. А так, круто. Круто. Вот, вот эта рука мне нравится, как нарисована. А, возможно, мизинчик чуть покороче. А, у нас самый длинный и не указательный палец. Просто если это выигрывать, это иногда работает. Ну, иногда. Вот. Ну, дерзай. Дерзай. В принципе, хорошо. Бечевочка перевязана, штанишки. Только вот поправить ножки, потому что, видишь, ну прям не хватает ей массы, объема и длины в этих местах. Проверить пропорции, поправить и можно красить, потому что тонально вроде разобрано более-менее, не хватает еще чего. У нас здесь темный у тебя, да, на штанах, а лицо теряется, то есть надо таких же добавить глубоких теней рядом с лицом, чтобы оно вырвалось вперед. Потому что все-таки это у нас фокус-поинт. Для этого у нас здесь и воротничок его подчеркнет, рядом будет черненькая тень от волос, рядом будет воротничок, который создаст еще больше фокуса. Потому что пока сейчас внимание на коленочки. Ну, просто сейчас внимание на коленочку перетягивается, вот на плотность джинс и прочее. Да-да-да. Она просто вначале была очень похожа на Элвиса Пресли с этим воротничком. И его немножко это двинуло. Не, ну, воротничок можешь отдвигать, я просто говорю про то, что нужно здесь добавить именно контрастов. Не, я поняла, тут дело не в воротничке. Да-да, дело не в воротничке. Просто контрастиков хочется туда. Продолжай. Надеюсь потом увидеть финалочку. Я же вижу финалочку. А, да, 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 конечно. Конечно, круто. Итак, вот тут у нас, значит, человек, который залетел чуть ли не позже всех и успел закончить. И вообще красотулечка, красотулечная. Диана, ты тут? Привет, да, я здесь. Привет. Что хочу сказать? Круто, круто. Я думаю, заказчик уже принял и уже заплатил тебе деньги.
Спасибо. Вот, и готов с тобой дальше сотрудничать. Сколько у тебя ушло? Часов 16 где-то. Тоже так, набегами. Ну, я понимаю, что все мы набегами. Все мы набегами живем. 16. Просто даже если не заканчивать, говорю, он на данном этапе, в принципе, уходит 12 баксов. Вот. Ты, наверное, работаешь уже где-то, да? Потому что я вижу, уровень хороший. Да, но вот хочу больше в такое влиться. Угу. Вот. У тебя зарплата, сколько мы там насчитали? 12,5. 12,5 в час. У тебя зарплата на работе больше? Нет. Ну вот, значит, ты переросла свою работу. Нож выглядит хорошо. Есть моментики, ну, как и у многих, я говорил, да, эти золотые яйца золотые. Немножко много на себя берут внимание. Я там поделикатнее с ними немножко проработал, потому что, ну, во-первых, исходя из освещения, они там немножко утоплены, на них там должно отражаться там всякое от окружения. Ну, просто слишком много внимания к яйцам, да? Хорошо. Вот. Как бы немножко подсписать. В принципе, рендер приятный, говорю, ну, типа, в принципе, работа закончена, ее можно отдавать. Немножко сдутенькая грудь, да? Возможно, стоит ее чуть-чуть проработать. Но это, опять же, это уже чисто для себя, если хочется более крутой арт, да? Вот. И вот, вот с этим моментом я тоже посмотрел с рукой. Очень короткое у нас плечо. И очень длинная предплечье. Хотя... Я так понимаю, что предплечье идет на нас, правильно? А плечо идет ровно боком, правильно? Да, что-то я намудрила там, конечно. Вот. А у тебя получается то, что должно сокращаться предплечье, оно у тебя не сокращается от длины такой, как должно быть, да? А то, что не должно сокращаться, идет в профиль четко, у тебя очень коротенькое. То есть, соответственно... Вот эта история должна быть длиннее, а вот эта короче. Либо мы и то делаем немножко в сокращении, что будет даже лучше, чтобы сохранить вот этот вот, ну, чтобы тебя не перерисовывать тут, а укоротить эту историю именно с точки зрения локтя. То есть мы все вводим. Больше сюда. Да, у нас получается здесь будет перекрываться, и вот у нас получается подлиннее плечо. Бицуха там, все дела. В качалочку ходил парень, молодец. Вот. Мы получаем длинное плечо и сокращение предплечья. Вот она будет плечо заканчиваться, а вот тут плечо. Вот как-то так можешь попробовать построить, типа то, что это тоже на нас идет. Угу. Такие две трубы, одна на нас, одна вот сюда. И здесь поворачивается кия делает. Вот. Немножко можно дать акцентиков на лицо, то есть блечок там на носик какой-нибудь, да, скулы подчеркнуть, потому что сейчас он немножко проигрывает яичком. Да, яичком. Яички типа более блестят, более интересно рассматривают, они даже более проработаны, у них там даже трещинки на яичках есть, а на лице все вот так условненько. Каюсь, увлеклась. Вот, поэтому здесь будет типа добавить всяких точек интереса, и будет круто. Спасибо. Глазки можно увести здесь в тенюшки.
чтобы лучше светились они. Видишь? Засветились поярче. Заиграли, правда. Да. Заиграли. Вот. Так, хорошо. Тут на самом деле тоже есть проблема с длинной... Ну, ты поняла. Ну что, ну я опять, короче, да. Вот. И, возможно, может быть, коленочку чуть-чуть на нас, да? Показать, что она прям на нас. Соответственно, вот эта форма тоже на нас. Смотри, у тебя тут начинает идти перелом формы вот здесь, что говорит нам о том, что она более профильная. А коленочка все-таки у тебя идет, что она более на нас. Соответственно, скорее всего, ее нужно типа ломать форму вот так. Потому что все-таки это вверх повернуто и на нас выходит. Возможно, так. Ну и посмотреть здесь с длиной, конечно. Я тебя, по-моему, еще на этапе скетча это фидбэчил, чтобы ты обратила внимание на длину ног. Да, я поправила, но недостаточно. Вот. Я в целом, в принципе, ноги немножко вызывают вопрос к длине по отношению к телу. Но это допустимо, да, в данной стилизации, типа, это можно простить. Но вот такую историю все-таки лучше доработать. Вот такая история, тоже следи за этим. У тебя здесь тень. Хорошее погружение в пространство белое, вот это вот круто сделано, молодец. Но вот тут у тебя... Все в свету. То есть здесь должна быть такая же история, как и... Ну, потому что по той же форме он намотан так же, как и... Ну, короче, там же и намотан, соответственно, должен повторять светотень твоей формы. Вот, и так хорошо. Стопу, возможно, тоже стоит немножко простроить, пограмотнее. Смотрите, рафы, глянь, так сказать. И, возможно, там как раз типа не хватает ей глубины, как на теле у тебя. Ты видишь, она тоже тело такое... Светотеневое все, такое с глубокими тенями, а стопа серая по сравнению с телом, видишь? Угу. И, в принципе, здесь та же история. То есть, учитывая, что они ниже от источника света, там будут тени такой же плотности, а вот света будут менее насыщены. И они просто будут потемнее все выглядеть. Вот. В принципе, иногда можем сделать просто вот так. Видишь, типа начал кверху он. Да, более выделяться. Да. Я частенько накидываю такой мультиплейчик на свои работы снизу вверх, чтобы показать то, что снизу освещение теряет в силе. Вот. Потому что иначе приходится на протяжении всей работы это поддерживать. Я стараюсь, но иногда добавляю еще, усиливаю этот момент. Сверху мультиплейчик. Вот так, дерзай, очень круто, принято. Спасибо за разбор. Пожалуйста, обращайтесь.
обращайтесь. Копировать изображение. У нас еще один изначально позже всех, по-моему, залетевший человек тоже, но тоже поздний, так сказать. Поздний человечек, но при этом с очень интересной темой и работой. Старая сирена, про себя ничего не написал. Юлия такая, типа, а все меня и так знают. Я просто напишу старая сирена, потому что как раз то, что это старая сирена, мы никогда по рисунку не поймем, а то, что это Юлия, мы сразу поймем, да? Нет, я просто забыла. Привет. Сколько времени ушло? 7 часов. 7 часов, отлично. Ты прям попала в то, что надо. Смотри. Ты вместе. Ты 28 баксов в час зарабатываешь, представляешь? Красота, да? Да. Молодец. По времени быстро, хорошо, шустренько, но. Есть нюансики. Ну, во-первых, тонально все немножко близко, и акцентов не хватает здесь. А вот тут рефлекс очень сильный. Вот. Вот это, типа, я так понимаю, рефлекс от моря у тебя, да? Угу, да. Но здесь же камень. Ну, его там не должно быть вроде как. Да. Не должно. Здесь как раз должна быть тень, которая туда заворачивается. Вот здесь рефлекс от камня. А вот как раз на плавничок на твой падает свет. Можно, кстати, потеплее его сделать. И учитывая падает свет, то и вот здесь падает свет. У тебя еще моментик, у тебя очень холодный свет и очень холодная тень, то есть не хватает немножко живописности. Вот, так-то работа крутая. Но по форме немножко полепить хочется. А тем более, это же чешуя, она прям, наш прям напрашивается все, чтобы в ней отражалось всякое такое, там здесь камень, там это. Там небо немножко, вот это вот все светит, блестит. Мокренькое тем более, а мокренькое, оно же блестит, ого. Вот это все. Вот. Это вот таких историй хочется добавить. Вот. Да, слушай, у меня получилось. Че? Засушенная получилась. Да, немножко сухая, типа. Ну, я понимаю, что возраст, все такое, да, но все-таки она сирена. Должна еще остаться была влага в пороховницах, так сказать. Вот. Немножко свет странно отрабатывает на камне. Его бы тоже стоило продумать. Вот тут вот хороший рефлекс от моря, с этой стороны, он тоже, в принципе, будет, да еще и при этом даже лучше, потому что будут отражаться непосредственно солнечные лучи, которые отражаются от поверхности воды, падают сюда. Если тут отражается теневая часть воды, просто отражается, то тут прям отражаются солнечные лучи. То есть прям тут яркий будет такой рефлекс. Тут тоже будет такой бы. Немножко над живостью, короче, поработать. Желтый на лбу хорошо, но здесь ты обыгрывала, я так понимаю, отражающееся небо во всем этом. У меня там было изначально оно прям подсвеченное и таким зеленым, и часть желтая была, но мне показалось, что это перебор. Соответственно, немножко неба не хватает. Должно и здесь отрабатывать.
хватает, опять же, бличков всяких, да, чтобы привлечь внимание зрителя к лицу. Какая-то вся история. Тогда форму здесь добавить глубокенькую тень. Вот тут вот, ну, объемчик-то слепить-то на такой красоте-то не слепить объемчик. Ну, здесь можно немножко было бы со старческой анатомией еще поиграть, но это такие нюансики. Вот. В целом ее можно еще немножко подтянуть, и будет вообще крутецки. Немножко не хватает, типа, каких-то таких моментов более глубоких, интенсивных, чтобы сработала глубина, вся вот эта история, чтобы рефлексы работали от воды, надо, чтобы рядом с ними была все-таки тень, потому что иначе это просто ломает форму и мешает воспринимать видео, ее как данность. Если у нас свет холодный, ты делаешь, что небо отражается во всем, то оно и в камне должно отражаться. То есть у тебя горячий очень здесь камень. Я бы его ожидаю. Как-то вот в эту бы сторону я бы думал. Надеюсь, она согласна. Или нет? Или я говорю ерунду? А ну скажи мне, скажи ко мне. Я совсем согласна, кроме я наблюдаю просто. Она просто уже меняется со всех сторон. Это не мне, если что. Да? Нет. Ну, я же говорю, это не мне. А, не мне. Не мне. Да, это не тебе. Мой-то портфель там у всех есть, наверное. Что его просить? Это ваши портфели просят, видите? Ну и живописности на теле. Немножко грязноватые цвета.
хочется их немножко оживить. Причем именно на лице, на теле там более-менее, а на лице ты прям что-то загрязнила. Обычно ушки, щечки и носик имеют более красный оттеночек, потому что там более тонкая кожа, и мы можем видеть кроу. Она слегка подкрашивает все это розовый. Вот. И, естественно, под это подкожное освещение, вот это вот всеми любимое. Когда свет падает, там он проходит через кожу, и у нас получается такой очень яркий эффектик на границах света и тени. Покипетить цвета? Можно, можно, ладно. Нет. Но я, правда, скину общую ПСДшку. А, кстати, зачем ПСДшка? Я случайно на твоем же слое рисую. Вот. Но хорошо, я сохраню ПСД, потом кому надо, напишите. Но типа тут уже все сползло. А тут в чем фишка, ребят? Я-то вас потом уменьшаю и вставляю вот здесь в общий лист, и все, что я вас оверю, оно сползает, видите? Да, можно найти, я считаю, там. Не, я в плане того, что оно сползает. Вот здесь я оверил в таком размере, а потом уменьшил и вставил. Так что я сомневаюсь, что вам поможет чем-то. Так что тут старые добрые скрины, на самом деле, с записи больше помогут, чем СД-шка. Так что не, я думаю, что оно вам нафиг не надо. Ну, чисто, я могу скинуть, мне не жалко, но вы там ничего не найдете полезного. Давай, неудачи. Так. Ладно, я увлекся. На самом деле здесь все про одно и то же. Мы делаем более конкретную тень, делаем, можно даже через
хардлайдик, делать всякие вот эти вот подкожные сечения. И в том же духе продолжаем просто и все. Вот. Ну, оставляю здесь для скрина. Хочу посмотреть. Вот здесь очень грязный зеленый свет, мне не нравится. Жестко. Ну, короче, поаккуратнее с мыльным вот этим наложением цветов грязным. Не бойся делать почище. Как говорится, испачкать всегда можно успеть. А вот сделать чисто, потом сложнее. Так, как говорится. Кто же говорится? Я говорю, как говорится. Кем говорится, когда говорится, кто хрен его знает. Так. Ну вот. Было, стало. Вот, в принципе. Вот. Здесь все-таки поживее она смотрится здесь. Согласись. Тут основная проблема даже не в гладкости, а в нехватке всяких приятных рефлексиков, теней, подкожного света. Короче, жизни немножко не хватает. Ну, что делать ее? Давай, интересно, смотри, что будет по итогу. Ну, получается, что по итогу ты получишь меньше 30 баксов в час. Так, что там чатики у нас? Охотится на тех, кто постарше. А, еще, если еще будет кэм, тоже хочу бабку нарисовать теперь. Ребята, вы можете рисовать, продолжать темы. Во-первых, я думаю, будет еще парочку бонусных стримов по кэмпу. Чисто я для себя, уже без анонсиков, буду делать стримчики, где буду заканчивать персонажей своих. И вы можете залетать на вот эти вот моменты, на эти бонусные стримы и брать фидбэк по персонажам с кэмпа. И я буду давать... максимально вас поддерживать и помогать вам в этом вопросе. Так что... А уже по другим можно? Да, можно. Можно и по тем же, можно и по другим. Ого, да я, может быть, даже надела. Вот. Но это уже будет вне конкурса, просто залететь, получить фидбэкчик, пообщаться со мной, посмотреть, как я рисую и все такое. Но, опять же, это без четкого графика будет. Я буду смотреть, как у меня по свободному времени и все такое. Ну, периодически, я думаю, в недельку раз, может быть, будет получаться залететь. Потому что сейчас работы много, здоровья мало, так что буду как могу. Так что вот такая вот вбросик вам небольшой информационный. То, что будут еще бонусные стримчики. Так. Так, давайте маленький перерывчик опять же. Можете опять пообсуждать, какой я плохой. Я быренько курну. Можно немножко размутиться, да? Да, можете немножко размутиться, пообщаться. А что, а это не все еще, что ли? Работы-то много. Но помните, стрим идет. На Твиче.
А, я понял. Ты мне напоминаешь, да? Окей. Чтоб я не шарил. Ты ждешь, да? Когда начнем? Все продолжают молчать. Ну и ладно. Нам разрешили говорить. Я мгновенно сел порисовать, еще покрасить персонажа. Брум-брум, мазафака. У тебя? Буду пытаться сейчас применить сразу все знания, что все есть. Ну, практически. Короче, берешь так, короче, и это и применяешь. У меня вообще есть это классное правило, еще когда я сам учился на курсах, я потом студентам всем рекомендую, когда, короче, фидбэк дают, все точки, про которые тебе говорят на фидбэке, я их прям выписывал. У меня блокнот был, вот, я прям писал, короче, туда то, что мне сказали. И в следующей работе я просто так прям по пунктам проверял. Типа, ага, вот это я сделал, вот это я не сделал. Оно довольно быстро помогает вот, расти. Каждая следующая работа, ты в ней просто фактически учитываешь ошибки предыдущей. И стараешься их делать новые, а старые не делать. Особенно если подряд идут и много разных фидбэков, вообще замечательно. Ну, у меня сработало, в общем. О, да, много разных фидбэков, все, короче, разные, и такой, ну, я понял, короче, надо начинать. Начался заново, и опять то же самое. Так, короче, берешь и перерисовываешь, ты из трассы на ту же работу, вообще, папочка. Да-да-да, потом здесь все равно говорят, все переделаю, я понял. Ой, что-то мне не нравится. Можно как-то быстрее, да. Ну, так как-то портретик рисовал. Не навали. Ну, я такой умный такой, собрал со всех фидбэк. Сидел, смотрел на этот весь фидбэк и не знал, что с ним делать. Ну, с фидбэком, видишь, получается, тоже надо уметь работать. Потом, ну да, подумал, что-то. Вычленил из этих всех фидбэков то, что мне именно нужно. Что-то как-то там дорисовал. Ну вот я сейчас, собственно, прям напрямую пытаюсь большой кисточкой и вот так вот поверх лайна. Лайнов у меня, благо, очень много, реально очень много. И можно практиковаться прям уже готовые персонажи, чтобы вот это вот. Я пока не придумал, как это сделать, знаешь, без меньшей боли. В одном месте. Я просто вот так вот поверх ЧБшу потихоньку сбавляю лайн, опять ЧБшу, опять сбавляю лайн. Ну это что-то долго очень тут. Как-то выходить в рендер из лайна. Ну вот я решил просто лайн до минимума уменьшить и сразу в цвете. Нет, так мне вообще больно. Мне тоже. Не поверишь. Я чисто в цвете могу только пейзажи делать. Я если не решил на уровне формы, если я вот это слышу.
Я если на уровне формы не решил, то у меня цвет вообще никак не решится. Потому что на уровне цвета решать форму — это сложность X2 сразу. Не знаю, может... Я просто вижу уже, что я хочу. Что вы там видите? Хорошо тебе. Что вы там обсуждаете? Что вы видите? Что видит твое эльфийское зрение? Я тебя вижу. Я просто, короче, я говорю о том, что я вот сейчас сижу, крашу персонажа сразу. Ага. Пока не забыл все, что ты сказал. Я рад, что вдохновил тебя, да. У тебя не будет возможности посмотреть первую часть, потому что там нет звука. И еще раз услышишь, что я сказал. Поэтому да, пока свежа память. Я вообще понял сейчас, что в первой части, которая без звука, я рассказывал много крутых вещей всяких. И очень обидно тем, кто их пропустил, наверное. Я рад, что я запомнил. Ты звук не писал, что ли? Да, первая часть была без звука. Ой, какой ты молодец. Да. Ну так, а я молодец. Сколько вас тут? Кто-нибудь мог бы зайти на Twitch и посмотреть, что там нет звука? Но никто этого не сделал. Я за компанию сидел. Так, ну что, продолжаем. Так. Что у нас дальше? Так. Угу. Дальше у нас орк. Орка, по-моему, еще раз по-моему перекидывали. Нет, не перекидывали. Хорошо. Дальше у нас крутой орчецкий. Да, ребята, конечно, вы крутые, очень много крутых работ. Я этому очень рад. Кент получился у нас прикольный, платформенный. Очень крутой орк, мне нравится. Фокус-поинт работает. Глазик немножко, конечно, такой вырезанный, не хватает у него там объемчика и падающей тенюхи. И типа, не хватает тех же падающих теню глубоких на непосредственно... в лице, от челюсти там. Но в целом персонаж принят. Сколько ушло, Аня? Я не считаю, насколько где-то примерно, чтобы подвинуть. Сколько? От 8 до 12. Угу. Ну давай. В среднем вот 11, да. Ну, 18 баксов в час, нормально. Видишь, как хорошо. Вот. Чё, короче, значит, персонаж прикольный, я думаю, приняли бы и даже еще пришли, заказывали. И, в принципе, вот, мне очень нравится ножка. Ножка хороша. Ой, прям очень нравится. Гляньте, какая ножка. Ножка хорошая. Угу. Так. Чего не хватает? Не хватает немножко разбора анатомии, да? Падающих там теней от грудных мышц. Вот этого всего. И контрастиков на коже непосредственно. И, возможно, того же самого подкожного потому что это все равно кожа, и она все равно имеет подкожное свечение, типа, и возможно стоило бы тоже его сделать. Немножко свет тоже непонятно падает. Я сначала делал под освещение и понял, что немножко не понимаю, как свет падает. Судя по лицу, он и по черепу слева направо. Соответственно,
больше света на груди. Будет более плотная падающая тень от руки. Здесь тоже будет свет. Вот это все. Но так персонаж цельно смотрится, хорошо, сбитенько. Даже, ну, говорю, фокус-поинты, возможно, немножко перебор с бликами. Такие длинные блики вряд ли здесь будут. Они будут покороче и по, так сказать, точечно отрабатывать на сгибах, на всяких. Вот. А так, прикольные татуировочки, все прикольненько. В принципе, говорю, с освещением немножко поработать бы. А так, приятный персонаж. Возможно, на волосах какое-то бличко дать. Ну, вот так, мелочи, на самом деле. Его можно еще немножко рендерить, но как любого персонажа можно продолжать дорабатывать. Очень долго и упорно. Так, персонаж хороший. Молодец. Продолжай в том же духе. Спасибо большое. Так, сложно мне будет победителя выбирать. Так. О, дальше у нас... Мясо пришло. Ты тут молодчина. Ну, в принципе, что мне тут рассказывать? Уже все сказано. Круто получилось. Круто. Короче, молодец, что слушаешь мой фидбэк и круто его реализуешь. Получилось очень приятный рендер шерсти. Мне нравится. Заработала теперь она как шуба. Это все. Очень круто. Молодчина. Силуэтик начал лучше отбиваться, работать. Все это хорошо. Крылышки мне нравятся, как здесь вот на шейпе побито, поделено. Здорово. Сколько времени ушло? Точно меньше 15 часов. Примерно. Ну, давай 14, ага. Ну, 14 баксов получается в час. Вот. В целом, ну, состоявшийся рисунок хороший, я думаю, был бы принят, но немножко, конечно, не в стиле, да, Pathfinder и даже D&D. Все-таки немножко здесь есть стилизационная часть такая своеобразная. Вот эти вот сохранение лайна, вот это все. Но при этом персонаж хороший. И тут даже, ну, речь не идет о том, что здоровско выглядит. Красиво по цвету все сделано. Ну, просто круто. Круто, молодец. Продолжай в том же духе. Возможно... Ну, такие проекты точно есть в таком стиле. Немножко, если еще больше проработать с жесткими шипами, теневыми, световыми, это прям Valorant будет. Так что без работы не останешься. Возможно, немножко сильненький рефлекс.
так получше. Вот. У тебя, в принципе, ты будь внимательный, ты периодически рефлексы делаешь такой же силой, как свет. Думаю, просто на будущее совет тебе. Вот. А так, здорово, круто, молодец. Все, тут нечего говорить. Продолжай. Ты умница, делала быстро. Ты всех скидывала. Так сказать, радовала нас сисечками. Да. Именно ими. Вот. Представляете, как художнику хорошо? Может радовать людей сисечками и при этом свои не показывать. Я вот никому не показываю свои. Хотя я и в рисунках обычно не радуюсь сисечками. Скуп. Скуп я на это дело. Скуп. Вот. Молодец, короче. Я видел, ты уже, по-моему, опубликовала. Конечно, нигде не написала, что спасибо большое Игорю. Да? Я написала, что я делала на серии. Я поставила там что-то. Ой, спасибо большое. Большое спасибо. Дальше у нас Игорь с орком-культистом. Игорь тут? Игорь. Ну, Игоря, походу, нет, но быстренько пройдемся. В целом, работа приятная, но немножко по уровню, конечно, тоже не дотягивает. Сомневаюсь, что пришли бы еще раз заказывать, но шаги в нужном направлении. Нужно только продолжать. Что тут? Есть попытка в живописность, немножко не до конца докрученная, но она уже есть, и то хорошо. С бликами, как я уже многим говорил, лучше работать на контрасте с другими рефлексами. Вот. И еще момент, я про него не упоминал, очень мягкая круглая штука, да, не выглядит как металл. Все-таки когда делаете всякие металлические истории, хочется, чтобы линии были четкие. Тогда они уже в линиях будут говорить о том, что это крепкий такой материал. Делая шерсть, можно там вот это вот невнятное, да, или ткань. Но делая металл, нельзя себе позволить вот таких одутловатостей. Должно быть все четенько, жизненько. Металл, стекло – это такие очень крепкие материалы, и чем крепче они нарисованы, жестко и крепко, тем они будут убедительнее смотреться. Прям жестенько, бах-бах. И начинаем в этом убеждаться. Ну, и не хватает, да, конкретики, немножко видно, что не хватает опыта, немножко все на нюансиках, на размыленности, потому что не есть некая неуверенность в себе, с которой надо бороться. Даже ошибочно нарисованная вещь, но нарисованная уверенно, типа, ну, я так и планировал, смотрится лучше, чем... правильная, но такая она невнятно сомнительная. Ты такой смотришь и понимаешь, что человек что-то там мудрит. Он вроде правильно нарисовал, но так не уверенно. А тут неправильно, но уверенно и смотрится убедительно. Так что лучше постараться более уверенные вещи делать, чем вот это вот искать, вот много чиркать. Нет, прям уверенно. Кость тоже очень твердый материал, соответственно, любит конкретные шейпы. Неразмыленные. Вот. Но, в принципе, Игорь, ты молодец. Продолжай в том же духе. И будет все круто. У тебя скоро станешь
конкурентом, так сказать, моим непосредственно. Будешь у меня заказ воровать. Главное, главное, рынок не депингуй, и все будет хорошо. А то потом все будем работать за бесценок. И много. Вот. Ну вот как так. Ехаем дальше. Вкуснятина у нас. У нас вкуснятина от Вики. Вика, ты тут? Привет. Привет, Вик. Ну давай, сколько ты заработала? Ну я немного потратила времени, часов 10-11. Ну, значит, много заработала. Потому что персонаж принят. Ну. Прям принят. 17 баксов. Нормальная зарплата. Вот. Живописненько, хорошо, приятно работает. Это вот все. Ну, видно, что послушала фидбэк, прислушалась и сделала круто. Тут говорить нечего. В принципе, фокус-поинт работает. Контрастик на лице есть. Все работает. Что тут добавить? Возможно, можно было, ну, это опять же, можно продолжать, да, и там добавлять всяких там более всяких розоватых историй, там, на ушки, там, но это уже такие, знаешь, нюансики, типа, на щечки, там, на носик, такие прям, чтобы они цветастые были. Вот. Ну, это все нюансы, потому что и так все работает, персонаж хороший, рабочий. Молодчина. Немножко этот цвет можно было поискать еще, но в принципе не существенно. Так-то работает все, и даже вот к низу ножки не так освещены. Молодец, ушла вот эту вот всю историю. Здорово. Что ты скажешь? Умница. Усложняешь мне выбор. Спасибо за фидбэк. Пожалуйста, тут особо фидбэка-то и нет. Просто хвалю. Хвалю. Можешь смело, не знаю, ты писала, не писала еще, но можешь писать всяким настолкам, предлагать свои услуги и зарабатывать свои 18 баксов в час. Ну ты, вижу, опытный художник, наверное, работаешь где-то, да? Да, работаю. На персонажке или как? На всем месте. И на иллюстрациях, и на окружении, и на пропсах. Немножко на персонажке. Понимаю. Ну, молодец. На работе у тебя 18 баксов сейчас? Нет, меньше. Ну вот, что ж они тебя не ценят. Скажи, что ты с завтрашнего дня будешь работать только за 18 баксов сейчас. Обязательно. Попытка, не пытка. Правильно. Правильно. Скажи, я на русалках больше заработаю. Какой-то. В операции И. Так. Ух, меня работодатели, наверное, послушают, скажут, ты что творишь? Портишь нам работников. Так, Дашуша. Дашуша тут? Да. Привет, привет. Привет. Ну, молодец. В принципе, персонажи хорошие. Ну, ты сама, наверное, понимаешь, что с анатомией надо еще изучать, работать. Угу. Вот. Digital Art Club в помощь, как говорится.
Слышал, у них хороший курс по анатомии. Вот. Так-то хорошо. Приятненько здесь вот то, что подсветило тепленький носик. Здесь вот на суставчиках делаешь переходы цветовые. Все это хорошо. Ну, тут немножко остались проблемы, которые я тебе в прошлый раз озвучивал, в принципе. Ты, наверное, знаешь. Но порешало некоторые хорошо. Те же с той же грудью вперед. Но, опять же, та самая история с белым на заднем плане. Его приглушаешь, смотри, что происходит. Резко пространство начинает появляться в работе. Так это хорошо? Что? Сейчас было сказано неплохо. То, что белый на заднем фоне. Ну, то, что надо приглушить. Видишь, у тебя какой белый? А, угу. Смотри, вот я его замазываю, и резко появляется глубина. То есть надо смотреть аккуратнее, где, ну, у тебя не должны быть белые одинаковые там и там. Вообще надо понимать, что в пространстве всегда будет меняться насыщенность и освещение и прочее, прочее. Это лучше продумывать, тогда будет глубина появляться в работе. Mm-hmm. А глубина в работе — это важная штука. Вот эта вот тенюха здесь плотная с этой стороны, вот ее тоже лучше избегать, потому что она тоже выворачивает персонажа, mm-hmm. ломает форму. Если мы, наоборот, ее уведем, добавим там типа как раз рассеянного какого-то такого окружения, уведем там черное, добавим наоборот с черной складочки тут, то у нас опять появится вот эта вот глубина и пространство. Как говорится, не крутится. Да, персон... да. Угу. Правильно так, как говорится, да. Ходила в художественную школу или училище? Художественную школу, училище, курсы. Вот, вот. Потому что вот это не крутится, это оттуда. Это все оттуда, это мы знаем, да. Вот. А можно еще раз, пожалуйста, прям хотя бы чуть-чуть вот этот бицепс? Я просто... Я специально, наверное, взяла такого персонажа, вот именно мужика, именно мышцы, потому что я вот мужиков вообще не понимаю. Я в них, вот в этих мышцах тону, что-то замазываю, и уже не понимаю, что... Мужиков не понимаешь. Я вот женщин не понимаю, и мужиков тоже. Что там, что нас понимать? Ну, вот эту вот... вот. Ну, она такая же, как и у женщин. Просто у нас немножко одинаковая, на самом деле, мышечная структура. Мы вообще очень похожи. Вот. То есть у нас здесь идет, на самом деле, она имеет типа три пучка. Здесь пойдет бицепс. Вот это она... Вот здесь начинается аж. Я забыл название. В целом, сейчас. Сейчас открою. Чтобы долго там не вырисовывать тебе все. Открою свой гигантский пюреф. У меня там есть там много рефов на мускулатуру по скульптуре. Вот. Здесь вот локоть. Куда мышцы заворачиваются? Ну тут прям надо простраивать. Говорю, тут Digital Art Club. Они расскажут. Так, я ненавязчиво рекламирую, а? Мила, оценила? Так. Сейчас я найду. Вот, смотри. Угу. Вот она у нас идет. Трёхглавая эта мышца, которая заходит сюда, и бицепс. И вот она, я которую тебе рисовал, вот она вот тут начинается, выходит туда и пойдет потом к большому пальцу. Вот.
локоть. Вот, вот они все эти мышцы. Сейчас можешь понять. То есть просто обмазывайся референсами и изучай этот вопрос. Головы идут сюда. Вот это лицевая мышца. Вот это бицепс. Трицепс. Он здесь, видишь, раздваивается. И вот здесь сухожилия идут на локоть. Ну, в твоем ракурсе мы не видим раздваивания, но мы увидим сухожилия, идущие на локоть. То есть он здесь вот по форме сползет. А, ну вот она прям. Вот она прям, видишь, голая. Посмотрите, я раньше знал название каждой мышцы и мышелки, которые она крепится. Но у нас очень неграмотно построено обучение анатомии в учебных учреждениях. Мы, допустим, вот как раз учили на втором курсе название всех мышц и место крепления их. И потом это все рассказывали. Я получил свою пятерку. И благополучно все это забыл. И только через год мы начали рисовать уже анатомические фигуры. Ну вот у нас то же самое. Очень логично, что пипец. У нас даже в морг водили. Круто, вам повезло. Угу. У нас не водили. А нас вот не водили. Вот, смотри, еще. А, есть. А, ближе к тебе есть кожа. Вот эти, на самом деле, мышцы, они идут и крепятся непосредственно к руке. Вот эти под руку, а эти, они под эти мышцы крепятся. Ну вот ты вот, видишь здесь как раз, да, вот он. Я на низ даже не посмотрел. Видишь, она приводящая, она будет приводить руку туда. Вот. В принципе, и все. Ну и надо что помнить, когда рисуешь анатомию, что есть мышцы сгибателей. Вот это вот мышцы сгибателей, да? А есть мышцы разгибателя. То бишь, это когда когда ты руку сгибаешь, это будет напрягаться. Становиться рельефней, а это будет уплощаться, растягиваться. И наоборот, когда рука выпрямляется, это будет рельефней, а это будет растягиваться. Как вот на этом примере. Видишь, растянутая мышца, а это напряженная. Вот все, в принципе. В принципе, вот можешь искать всякие референсы и вот так же изучать, смотреть. Материала по анатомии довольно много. Можешь изучать. Вот. И не забывай про пространство. Что вот я тебе рассказывал, то, что пространство надо все это простраивать. Вот. Как-то так. Спасибо. Пожужисто. Так, ехаем дальше. О. Значит, тоже красота пошла. У нас тут ребята-музыканты. В целом, очень приятная работа. Вот сколько ты потратила, Василис? Ты тут? Привет. Получается 9 баксов, но в чем прикол? Они пока не смотрятся законченными. То бишь еще часика 4 им бы я уделил. С чем это связано? Это выглядит как хорошая основа с освещением, со всем этим. Ну, допустим, лицо плосковато.
форма вот эта плосковата, то есть у нас не чувствуется то, что это вот туда завернулось, это вышло на нас, вот. Эта рука, то, что она там тоже где-то в тени, там вот это все, типа, хочется еще проработочки небольшой. Но в первую очередь, конечно, надо проработать с лицами, сделать на лицах четкие падающие тенюхи, всякие штуки. Вот. В принципе, я бы работал с лицами и с руками. И на самом деле, вот лица, руки, и можно завершать. Потому что здесь тоже можно прорабатывать очень много, но пока... Ну, типа, если будет хорошо сделаны лица и руки, то работа всех устроит, на самом деле. И ее с удовольствием сразу примет заказчик и обратится к тебе еще раз. Потому что работа хорошая, не хватает только финализации лиц и рук. Вот. Если ты это сделаешь, будет круто. Что я имею в виду под финализацией? Полепить формы, объемы, отбить носик, отбить скулы. Сделать, во-первых, там носик прям. Ой-ой-ой, что случилось? Да нет, у меня поясница затекла. Внезапно. Что-то она затекла у тебя внезапно так. А поясница что затекла? Ой, блин, я микрофон включила. Нормально. Зачем так купаете? Что? Ну, это было очень страшно. Зачем вы так пугаете? Я еще отвернулась. Да, вот. Ну, это лучше было внезапно. Я сижу, что-то рассказываю, там блеск. А, поясница затекла, причем так внезапно. А, как будто тебя ударили. Вот. Ну, поняла, да? Что я имею в виду? Это я многим говорю про эту штуку, что лайн, он, конечно, сковывает. Но на этом этапе я бы создал просто слой сверху и сделал бы вот такой вот рендерочек с поиском форм, с какими-то более глубокими тенюшками, чтобы эти формы подчеркнуть. Так вот бы все это дело зарендерил бы. И то же самое с ручками. И все. И было бы круто. Вот, смотри, уже более законченно смотрится работа. А сейчас смотрится как подмалевочек немножко. Потому что вот здесь вот типа прикольный объемный рендер. Объемный рендер и плоское лицо. То бишь, либо все делать плоским, либо делать все-таки лица объемными. Вот как-то так. Надеюсь увидеть проработанные интересные лички. И финальную работу. Вот работа шлица, и работа будет точно принята. Сейчас, в принципе, тоже, я думаю, ее бы приняли и заплатили бы тебе, но мне кажется, что немножко бы расстроились тем, что недофиналенная работа.
Вот. А если птица проработала, были все в восторге, заказчик кайфанул и все. Вот. А так умница, большая, молодец. Очень приятные персонажики. По гамме такие стоят, играют. Хорошо решены, вот штаны мне нравятся, как решены, прям туда они сели, закрутились, круто. Вот. Ручки, лица, и все, и топчик. Так, ехаем дальше, так что-нибудь пропустил там интересное? Так, что-то тут народ уже пошел скидывать. Это, конечно, не все, я понял. Что там у нас в чатике? А, художников с рендером порекомендовать тебе, Екатерина, да? Художников, ну вот я называл своих любимых, Валера Вегера, очень крутой. Посмотри последние работы Андрея Кузинского, он, у него очень живописные истории начались, он тоже захотел этим, ну, увлекся этим мазочным, интересным живописным подходом. У него есть крутые штуки, мне очень нравится там, как у него отрабатывает рыжая ржавчина, там все вот это. Вот. Кого еще посоветовать? Сейчас я прям по своему рефлексу. Посмотри обязательно Сафронова. Очень крутой чувачок с очень крутым, интересным рендером. У него прям такая живопись, живопись. Кого еще тебе посоветовать? Так, Валера, Андрей. Сафронов. Очень важный вопрос. У Сафронова имя как? Потому что там только Никас Сафронов сразу выпадает. Нет, не Никас, естественно. Сафронова. Ну, понятное дело, что я Никас. Сейчас я сам забыл. Вячеслав, по-моему. Да, Вячеслав Сафронов. Вот сейчас скину ссылочку. Да, хорошо, скину по себе. Вот. У него есть даже видосики, кстати, он через ЧБ периодически красит, очень интересно, можете посмотреть, у него есть видосики, как он там пирата вот этого вот таким большим глазом делал. Кого еще тебе посоветовать? Малевича могу посоветовать посмотреть. Потом я скидывал азиата, очень прикольного, с таким тоже приятным рендером, живописненьким, не помню, как его зовут. Вот. У него такие вот социальные работы. Мрачненькие. Малевич Казимир. Да, он самый. Вот. Репина могу посоветовать. Репин хорош. Как раз там у него портретики, если его посмотреть, как он лепит форму и как он там работает в живописности. Не, Байерт Ву, он крутой, но Врубель нужно прям в нем разбираться. Типа это такой у него немножко нестандартный рендер Врубеля.
кстати, очень Рубель сетовал на Репина. Говорил, Репин пережаривает лица, у него нет живописи и прочее, прочее. Вот. Да, Браун Фу, очень крутой, тоже рекомендую посмотреть. Байер. Выглядишь, конечно. Вот. Ну, в целом, достаточно вроде накидали. Если что, еще спросишь, накидаем. Простите. Много говорю. Уже поплыл. Так, а у нас следующая... Следующая Аня. Привет. Привет, Аня. Ну, чё, за сколько сделала? Такую? Ну, вообще, по-моему, часов 16-18 ушло. Я не садилась на неё ни разу серьёзно, только по вечерам, ну, как-то. И, по-моему, она не будет. На самом деле... На самом деле, 12 баксов, 13,5 даже. Вот, в принципе, персонаж, мне кажется, был бы принят. Немножко доделать, здесь вот немножко ноги прям скетчево смотрятся. Может, чуть-чуть. Хотя у меня самого практически так, но... Просто бросает глаза. Лицо круто сделано, мне кажется, ее бы приняли. Немножко совсем, может быть, пройтись. Избавиться от этих линий. И было бы круто. Персонаж получился хороший. С характером, интересный. Материал сердца вообще шикарно выглядит. Мне очень нравится, как ты отрендерила сердце. Немножко не хватает ей цветастости, да. Возможно, если продолжать рендерить, то я бы добавлял живописности. Потому что сейчас она... Ну, есть и ощущение, что она такая немножко недоделанная, да, и за счет того, что как раз не хватает всяких дребезжаний цветовых. Они были, но там возникли проблемы с тем, что это все равно смотрелось скетчево. Я взяла текстурную кисточку и там добавила довольно много оттенков, было классно. Но она смотрелась очень недетализированной, поэтому потом я взяла мягкую кисточку и все это дело смыла. Недавно, кстати, посмотрел... А, кстати, Лаурель Диосин еще посмотрел с крутым рендером, это Катерине. Вот. Недавно как раз смотрел стримчик Лаурель Диосин. Вот. И там она тоже прикольненькие темы говорила, как раз как она добавляет всего, все эти вот штуки. Прям непосредственно берет работу, она тоже почти в одном слое делает персонажи. И с помощью эффекта кисточки типа Dark Color, да, он у нас будет только по свету рисовать. Лишь если у нас пикнет свет какой-нибудь, типа темнее, ну типа светлее, чем тень, то он в тени ничего не может сделать. И мы берем и, допустим, добавляем холодного. И он, видишь, только по свету у нас рисует вот этот, видишь, о, вот здесь хорошо видно, видишь, я мазанул по всему лицу, а он только на световых местах это сделал. И с помощью этих штук... Можно добавлять каких-то таких интересных дребезжаний живописных. Вот, да. Теперь там в тени мы берем этот наоборот lightness. И тут типа он будет высветлять тенюху. И
чтобы избавляться от каких-нибудь от всякой черноты, допустим, если мы здесь починить, ну вот, допустим, здесь черновато, да, мы берем и... И он только по черноте рисует. Видишь, у нас вот его вот я рисую. Он игнорирует светлые пятна. Но стоит мне уйти в тень, он начинает там рисовать. Цветовые всякие моментики начинают появляться. Можешь попробовать так, если у тебя просто нормальные кисточки, говоришь, получается типа стучево. Вот. Ну, я бы просто рисовал вот так. Вообще, этот прием, который я сейчас показал, он хорош, когда вы работаете одновременно и с лайном, и с этим, и с пятном. То есть вы там где-то поправляете черным лайном, и потом вам надо уже избавиться от лайна и продолжить рендерить. И вот чтобы без грязи уйти от лайна, вы его через lightness можете пройтись и весь лайн черный сделать каким-нибудь цветастым, живописненьким, нужным вам цветом. Вот. Прикольный прием. Но, конечно, тоже к нему надо привыкать и прочее, прочее. Ну ладно, я увлекся. В принципе, работа хорошая, говорю, можно немножко добавить ей живописности. Ну вот, лицо. Немножко живописнее стало. Вот. И огонь. В принципе, мне нравится. Спасибо. Вот. Не знаю, будешь ты заканчивать или нет, но если будешь, будет круто посмотреть. Буду, я буду заканчивать, у меня почти пустая арт-станция, там не было ничего очень давно, и мне очень сильно нужно что-нибудь крутое. Ну, у тебя что-то крутое получается, так что да, давай, заканчивай, интересно будет посмотреть. Так что получается крутенько. И последний у нас человечек остался вроде как, да? Ну, говорю, заказчик бы принял и одобрил. Так, 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 так. И последний у нас человек, который так и не посмотрел в начале стрима, что там происходит на Твиче. Потому что этот человек не рисовал все это время и делал это сейчас. Да, 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 да. Вот. Ну... Что, могу похвалить, стало почище, стало чуть получше. Но видно, что не рисовала все это время. И это, конечно, не металл, а краску испачкался наш песик. Но, в принципе, тоже чоп нет, испачкался в краску. Ладно, что уж там. Это тоже может быть, учитывая, что они как раз здесь разрисовываются, раскрашиваются. Вот. Тогда можно и немножко пару пятен краски кинуть на руки этому. Да, эта история будет про краску у нас, а не про металл. Вот. Пальцем его красить. Чоп нет. Если да. Чоп нет, если да. Вот. Так, в принципе, приятный персонаж получился. Я проставил блички всякие, всевозможные, и заканчивал его на самом деле. Молодец.
только материальность передал бы еще блечками. Цвета на собачке. Вот и все, и заканчивать. Типа, просто материальность подчеркнуть, добавить блички. Возможно, где-то тенюхи усилить. И милый персонажик. Спасибо. Тебе спасибо, что приняла участие. Да, спасибо, что организовала это все. Это тоже вам спасибо. Если бы не вы и не Digital Art Club, ничего бы этого не было. Так что... А если бы не ты, ничего бы этого тоже не было. Это тоже, да. Спасибо нам, короче, туда. Вот. Ну что, и мы получили сколько человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятнадцать, девятнадцать, двадцать. 20 человек у нас дошли до финала и присутствуют на финальном стриме. Некоторые не успели закончить. Да? 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 Вот. Да? Да? Подзора началась. Вот. Но по итоге все равно, даже с учетом этого, мы получили 20 прикольных работ. И теперь нам нужно выбрать из них победителей. Мила, напомню, сколько там у нас мест? Три места. Угу. Ну тогда расскажи, пожалуйста, что за первое, а я буду выбирать победителя. Хорошо. Значит, за первое место у нас на выбор предлагается 2 месяца безлимитного обучения в очной или онлайн-школе. То есть, если из Санкт-Петербурга человек, он может у нас заниматься в очной школе фулл-тайм с 11 до 22, с понедельника до воскресенья, столько, сколько хочет, раз за все это время. Если он не из Питера или, может быть, из Питера, но не хочет ездить на Достоевскую станцию метро, то мы можем предложить ему онлайн-школу, которая в Дискорде тоже расположена, что, в принципе, удобно для всех собравшихся, наверное, здесь. Соответственно, всем учащимся, победителю будет, как и любому другому ученику нашей школы, будет составлена индивидуальная программа обучения под его запрос. То есть будем такую штуку делать, как Influence Map, карту влияния, да, покажем в ней все, к чему хочется прийти, хочется стремиться. Может быть, это будет из что-то из Сафронова, Кузинского, видимо, сегодня, судя по стриму, неважно. Оценим текущий уровень, исходя из портфолио, которое в наличии. Ну и, соответственно, на 2 месяца составим просто программу в том объеме, который себе может позволить по времени человек. Ну, то есть это будет максимально результативное взаимодействие. Вот к чему это. Соответственно, так, либо можно выбрать любой потоковый курс нашей школы на выбор в тарифе Optimus. Это значит, что в тарифе есть фидбэк на каждое задание, есть чаты с участниками и так далее. Эта вся история проходит в телеге и гид-курсе. Плюсы таких штук, что у них есть четкая дата старта, например, ближайшая 20 октября, и четкая дата окончания, дедлайны по каждому заданию и так далее. Многим такой формат обучения кажется более привычным, наверное, понятным, поэтому как альтернативу я его все-таки в приз поставила.
Ну, соответственно, и сверху бонусом идут две индивидуальные консультации от нашего ведущего преподавателя школы. Это Алена Клементьева, это мастодонт Сиджи Мира, наверное, так можно сказать. У нее более 30 лет стажа. Она работала в свое время с Lucasfilm, была арт-директором компании Akello игровой, кто совсем из старичков должен знать таких. Вот, с геймингом работала. В общем, она крута, и у вас будет 2-часовые консультации с ней на тему отработки вашего портфолио. Может быть, их можно использовать не обязательно в процессе обучения. Прошу прощения, у меня тут маленький бандит немножко вмешался, клинился. Нормально, он отдельные комментарии дает. Да, скорее всего, да, по делу. Вот, соответственно, их можно использовать, может быть, потом, когда у вас какой-то важный волнительный момент, например, вы хотите перед работой посмотреть, чтобы вам кто-то посмотрел и сказал, все, твой портфель крутой, иди, или у вас какой-то важный проект, ну, что-то такое, ну, короче, вот такая штука есть. Вот, собственно, вот это весь приз, первое место, кому-то достанется. Удобно, что будь человек из Санкт-Петербурга, ему будет круто и комфортно там побывать в нашем комьюнити, пообщаться со всеми вживую, или он где-то в другом месте находится, все равно он сможет реализовать этот подарок в полном объеме. Вот. Что ты думаешь на тему первого места? На тему первого места, тут, мне кажется, все было предрешено изначально. Человечек попал в меня. Это Аня. Археолог. Аня с археологом. Я болела за эту работу. Честно, это такая, у меня даже есть заметочка где-то, я себе помечала. Очень-очень меня попала тоже эта работа. Супер, я рада, что сошлось. Аня, поздравляю тебя, то есть это тут. Аня. Аня, тут? Аня, мы тебя хотим поздравить. По-моему, Аня убежала. Одну секундочку, буквально. Все. Аня послушала фидбэк и убежала. Так, да. Аня не вернулась. Да, Ани, походу, нету. Если у кого есть возможность, можете ей там в личку написать, поздравить. Болела за эту работу, как и за многие другие. Ребят, не подумайте, что у меня был только один фаворит. На самом деле было очень сложно. И сегодня я просмотрела весь разбор от начала до конца. И это сложно, правда. Честно, как каждого была бы рада видеть в нашей школе. И сразу забегаю вперед, чтобы те, кто не получит призовые места, не так сильно расстраивались. Если вам интересно обучение, для вас это необходимо сейчас, и вы ищете себе какое-то место, то всем с кемпа, всем абсолютно, я даю скидку 20% на любые абонементы, потоковые курсы и так далее в нашей школе. Вот, пожалуйста, до конца года обращайтесь, можете ко мне в личку писать или просто в чат школы с хэштегом кемпа, и, соответственно, получайте свои абонементы по супервыгодным ценам. Сразу такой приятный бонус. Вот это подгончик внезапный. Да, потому что, честно, ребят, восхищена каждой работой. Обожаю смотреть за творческим процессом и у наших студентов, и со стороны сама на многих художников подписаны и поглядываю. Естественно, я подписана на Андрея Кузинского, про которого мы сегодня говорили. Да, это тоже такой мой немножко вдохновитель. И видеть работы, в которые вложено столько сил, не знаю, это просто очень приятно мне, поэтому я от чистого сердца этот подарок отрываю для всех и буду надеяться, что придется по душе тем, кому сейчас нужно обучение. Замечательно. Ну, я так понимаю, воспользоваться скидкой могут не только те, кто дошли до финала, но и те, кто еще не дошел. Абсолютно. Потому что у нас там есть ребята, которые начали, но пока еще не зафиналили. Хорошо. Вот они у нас могут зафиналить.
Вот. Это круто. Это круто. Это спасибо большое тебе, Мила. Так, ну что, давай рассказывай, что за второе место, а я буду думать. Ну давай. В принципе, ситуация достаточно похожая с первым местом, но немножко менее так жирненько, скажем. Вот. А за второе место у нас идет на выбор либо месяц безлимитного обучения, то есть за первое место 2 месяца безлимитки, а за второе место 1 месяц безлимитного обучения также в очной школе или в онлайн-школе на выбор победителя. Или потоковый курс любой на выбор в тарифе антикризисный. Антикризисный тариф не содержит фидбэка, и преимущество этого тарифа в том, что его начать можно в любой момент. То есть ближайший поток стартует 20 октября, но вы можете его не ждать и начать курс по анатомии, или курс по живописи, или курс по 3D-блендеру, который мы добавили, вот он свежачок прям совсем. Прямо сейчас материалы сделаны таким образом, что там достаточно вам будет информации, чтобы вы смогли самостоятельно сделать работу. И также вы можете достаточно на максимально льготных условиях, скажем так, прийти на повышенный тариф с фидбэком. По-моему, там доплата для вас составит 2 или 3 тысячи рублей. Ну, то есть это совсем не бьется с тарифной сеткой. Вот, поэтому, может быть, кому-то будет интереснее быстренько без фидбэка посмотреть какой-то там курсик, например, по анатомии. Вот, тоже можно такой выбрать вариант. И также идет индивидуальная консультация с нашим ведущим преподавателем, все с той же Аленой. Очно или онлайн ее можно провести. Также можете выбрать ее либо в процессе учебном взять ее, либо в конце, либо когда вам захочется ее реализовать. В общем, какой-то важный момент в вашей жизни, может быть, нам пригодится. Вот так, такая история. Угу. Спасибо. Значит, вторым местом мне сложнее, и я обращусь за помощью к вам, к тебе, Мила, и к нашей администрации непосредственно Coffee Time. Привет. Вот, я просто не знал, Арина тут или нет. Тут. Ну, вот, замечательно. Так, значит, второе место. Да, ответственность. Нет, все-таки, Аня, я тебя уберу с голосования, потому что хочется, чтобы ты закончила работу сначала. Прости. Хотел тебя выставить на голосование за второе место, но уберу. Но видела, видишь, отметил, хотел выставить. Значит, на второе место у нас вот эти 3 работы. Вот подряд, да, которые идут? Да. Вот эти 3 работы. Это тяжелый выбор на самом деле, но я, наверное, за монаха дам свой голос. Мне очень нравится, конечно, твой комментарий по поводу золотых элементов, он бесподобен, и, может быть, это даже решило как раз-таки мой выбор. Черт побери, внимание, он к себе привлекает очень знатно своими... Как, где 18+, как у нас? Окей, ну, в общем, вы поняли, о чем я. Но мне очень нравится вообще дизайн этого персонажа. Он мне очень нравится. Это какой-то прям такой... Это вкусно, вот. Мне очень нравится. Другие работы бесподобно хороши. Например, раньше мне очень нравились вообще работы в такой стилистике, как вот Суккуба сделана. Но... Сейчас, видимо, куда-то пошло, понесло меня в реализм, семи-реализм, моим предпочтением личным, да. И, ну, я понимаю, что сердце мое, наверное, монаху отдано. Вот так, да, я за монаха. Замечательно. Арина? Я, на самом деле, тоже между монахом и суккубом. И тут я вот буду посерединке, да, и будет такой момент, что будет голосовать. Так, ну...
Наверное, за суккубу проголосую. Но монах тоже очень крутой. Хорошо. Хорошо. Мнение человека, который не посмотрел на Твиче, есть ли звук или нет, будем спрашивать? Давайте. Почему нет? Ну давай, высказывайся. Нравится. Тебе нравится все три? Да. Она давно. Который не посмотрел в начале на Твиче комментарии, ей нравятся все три, да. Я считаю, что нужно поддержать того, кто быстрее всех все время делал работу. Ага. Это тоже за мясо. Хорошо, но второе место занимает монах. Блин, я просто как будто бы счастлив. У нас монах есть. Да, поздравляю. Ура! Можешь высказаться. Спасибо большое, мне прям не верится. Ты огромный молодец, правда. Чуть не умерла. Не, работа очень крутая, хвалю по дизайну, и правда очень здорово. Есть ошибочки, и эти ошибочки чуть-чуть не дали возможность тебе проиграть, если бы просто, ну, ты просто чуть ближе, ты чуть больше в стиль заказа, да, попала. Потому что если объективно посмотреть на три работы, то мясо мясное победило бы. Но почему я выбрал тебя? Потому что ты в стиль проекта, да, попала. Но мясо ты молодец. Я тебя очень хвалю и очень круто сделала. Но стиль решает, все-таки стиль решает. И ну, мы здесь про работу говорим, и если рассматривать с точки зрения заказчика и работы, то ты, безусловно, победила. Поздравляю. Да, и на этой работе мы обращали внимание на анатомию, да, то есть были проблемы с плечом, там некоторые, ну, как бы если сенсей сказал делать анатомию, учить, то, собственно, предлагаю в выборе как бы на ней акцентироваться, да. То есть, если обучение актуально. У нас очень крутой курс «Анатомия легко и без боли». Заманушное название. Вот, абсолютно позитивное такое. Больно будет немножко, но курс очень крутой. И, в принципе, за месяц можно потянуть все необходимое, чтобы вообще разбираться во всех этих штуках без проблем. Я по секрету скажу, даже я периодически подумываю записаться на этот курс, чтобы освежить память в анатомии. Вот. Записывайтесь вместе с мясом и устройте там мясо на курсе, я буду рада. Вот. Все, поздравляю тебя, Диана. Еще раз. Ну что, рассказывай про третье место. Окей. Давай по нашей схеме. Значит, за третье место у нас идет абонемент на наброски портретной или с обнаженной натуры на 6 визитов. На выбор. Любые можно их нарисовать в любом моменте. И, конечно, этот подарок в большей степени подходит тем, кто проживает в Санкт-Петербурге. И также в подарок идет одна индивидуальная консультация, очная или онлайн, на тему портфолио от ведущего преподавателя школы, также от Алены. Собственно, давай мы сделаем так с тобой. Если у нас победитель случится так, мы не будем спрашивать, да, кто из Питера, типа, но если победитель из Петербурга, собственно, приз ему определен. А если он не из Петербурга, то я сейчас придумаю альтернативку быстренько, и мы да? Ее вот так вот, то есть, чтобы было не предвзято. Я хотел максимально предвзято подойти к выбору третьего места, спросить просто, кто из Питера. Нет, я заподозрила, знаешь, такую подводочку от тебя, поэтому решила не дать тебе такой возможности. Ясно. Ну что, у нас остаются, получается, две работы, которые были номинированы на второе место. И к ним добавляется еще Гнол. Да, я, конечно, посматриваю на эту замечательную бабушку. Она очень крутая, лучи добра,
и орк очень крутой. Вот эти две работы я бы тоже туда добавил, но орка я туда даже добавлю. А вот бабушка просто недоделанная. Просто если бы ее довести, она бы спокойно могла претендовать и на второе место. Но надо доводить. Надо доводить. Так что. Ну, бабушку вообще бы вписать в иллюстрацию уже в окружение куда-нибудь, потому что это может быть какая-то бесподобная штука. Да, вообще. На основе нее можно сделать иллюстрацию, но в задачах не было иллюстрации. Но да. Даже в этом вопросе здесь. Получилось немножко суховато, не хватает материальности. Вот если бы ее доработать, то да. Но имеем, что имеем, поэтому она в голосовании на четвертое место не участвует. На третье место не участвует. Четвертое место у нас тоже есть. От нашего сервера тоже будут маленькие подарочки, так что. О, как! Ну вот, значит, кто-нибудь будет еще на четвертом. Да, да. Жир пошел. А как иначе? Как иначе? Так, сложный выбор, капец, Игорь. Так. Поближе сделаю сейчас, чтобы вы могли лицезреть всю красоту. Так, что мне первый надо говорить? Давайте я не первый. Пожалуйста, можно? Хорошо, Арина, начинай. Мне нравится зеленый чувачок. Орк. Да. Так, Аринина мнение вы слышали? О, боже мой. Слушайте, на самом деле это вот сейчас самый сложный момент. Я уже говорила про Сукубу прекрасную, эту, да, что это раньше такая стилистика была моя фаворитная, то есть я просто не залипала. И я думаю, что эта работа достойна призового места, потому что она очень большое количество моего внимания на себя обратила неоднократно за все время кэмпа. Я, наверное, все-таки отдам Сукубу. Эйди. Солидарна с ними. В этот раз я вас поддержу. Мясо мясное, поздравляю с третьим местом. Спасибо. Ты умница. Очень это много работала. Ты откуда? Расскажи. Можно еще раз это послушать немножко? Ты из Питера? Расскажи, откуда ты, из какого-то города? Нет, я из Краснодара. Из Краснодара, значит, из теплого, прекрасного места. Так, значит, нам нужно тебе придумать другой подарок, такой, чтобы ты могла им воспользоваться. Я думаю, что тебе 3D интересно, скажи мне. Ты вообще 3D увлекаешься? Блендер там какой-нибудь, где-то все? Ой, 3D мне очень сложно дается. Ну, хорошо, смотри, давай так. Давай тебе на выбор антикризисный тариф курса цифровая живопись или курс 3D блендер на выбор в антикризисном или в тарифе Optimus. Вот так вот. Вот такие у нас есть предложения для тебя, потому что... Я б не раздумывая Blender брал на твоем месте. Да, я тоже про него думаю. Окей, Blender. Супер выбор. В общем, захочешь без фидбэка, вдруг захочется, да, самой тихонечко сидеть. Собственно, можно начать любое время. Захочешь с фидбэком, ближайший старт 20 октября. Вот, теплое местечко мы тебе там гарантируем, запишем. В общем, напиши мне в личку, пожалуйста, что выбрала. И в каком тарифе хочется. Вот. Я, наверное, сейчас в чатике ссылочку на него кину, быстренько, чтобы ты посмотрела. И выбрала тариф, который тебе подходит. Вот. Отправилась, спасибо. Блин, повезло тебе, мясо. Поздравляю. А ты думала, не повезет? Жирный сок на третье место прям. Жир. На здоровье, ребятушки, я рада быть частью этого события. Ой, большое спасибо, Мила. Очень-очень балуешь прям жиром, соком. Так, ну давайте, четвертое место у нас организовалось, я так понимаю. Да, организовалось четвертое место. И четвертое место, я думаю, будет справедливо, если
мы определим непосредственно голосованием чатика всего. Да, безусловно. Давайте так сделаем. И еще, ребята, есть из Питера кто-то вообще, ну, здесь у нас на кемпе? Я. Юя. Юль. Это бабушка, которая... Это бабушка. Бабулечка. Так, значит, бабка. Люди хотят бабку. Так, значит, двое у нас. Олеся, да, и девушка, которая нарисовала бабушку. Не, это двое. Смотри, сколько петербуржцев у нас. Так, значит... Все, ребят, кто из финалистов, вот вообще, кто здесь в двадцатку в эту вошел, давайте, блин, меня понесло, конечно. Я не могу просто, бабушка порешала, простите. Значит, все тогда получают условно вот этот приз за третье место в виде абонемента на наброски. То есть 6 раз вы можете посетить наши наброски, за ним не обращайтесь. Без личных консультаций с преподавателем, да? Только абонемент на наброски, но все же это хороший вклад в ваше развитие. То бишь, все из двадцатки, кто из Петербурга, напишите Миле, да. И да. Получите возможность ходить на набросочки. Да, так точно. Так, сейчас я выключаю победителей. Да, давай. Которые уже с местами у нас, с местюми. Так. Все, у всех остальных есть. А как же археолога? Сейчас выключу. Угу. Угу. О, что за жесть. Вот. И сейчас я пронумерую, ребят, чтобы было понятно, на что вы пишете. Девушка-оборотень. У нас несколько девушек-оборотней. Ну да. Вот. Поэтому идет нумерация. Вы как раз во время нумерации я буду зумиться, чтобы вы могли повнимательнее посмотреть. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Столько красоты наделали ребята вообще просто. Да, вообще молодцы, меня тоже порадовало. Девять. 10. Ты представляешь, вот сколько 10. Людей может просто пойти и трудоустроиться? 10. Фактически там, да. Отнять у меня работу, как говорится, да? Да, да, да. 13. Так, мне не надо нумеровать. 15. Кого не надо нумеровать? Человека, который в начале стрима не зашел на твич. Не надо нумеровать. Почему? Надо. Ты такой же участник. Нет. Да? Нет. Ты такой же участник. Тем более, с 13 номером. Красота. Мне тоже надо проголосовать? Да, да, все пишем в чатик номер понравившейся работы. Так, ну ладно. Бабушка меня уже получила. Приз, скажем так. Пускай будет. Пожалуйста, Игорь, чуть-чуть, если можешь. Как у кого? Поближе, пожалуйста. Все, я выбрала. Можешь уменьшать. Да просто буду ездить здесь. Чтобы мы посмотрели на всю эту красоту. Кстати, еще хотела сказать, что предпоследняя работа на голосование, где парочка такая стоит, в колористике очень круто выполнена. Ну, по дизайну тоже крутые сочетания. Это вы, мне очень нравится. Она прям, ну, если обратишь внимание, она выбивается из всех работ. Ну да, да. Смелому решению и сочетанию. И как бы это все так мастерски обыграно. Очень приятно смотреть. Да, работа очень здоровая, причем она сложная, из двух персонажей. Прям...
да. Василиса молодец. Как бы никакой каши нету ни в приближении, да, ни в отдалении, да, да. Вообще. Немного проработать руки и лица, и будет шикордос. Да, да, да. Чуть-чуть дорендерить, и вообще будет просто красотища. Спрашивают, куда делать. Ой, гнола Макса исключил из голосования. Я просто подумал, что он победитель уже, все, по жизни. Он вроде не призовой, господи. Ладно, по секрету скажу, Макс из Питера. Макс тоже уже... Да ладно, он пишет. Так что... Да. Макса мы можем поймать. Макс, мы тебя на наброски ждем, приходи к нам, у нас круто. Будем чай пить и болтать. Все, вернули. Это 17. Вернули Макса, да. Ага, тут кто-то читерит по четверых отмечает. Да-да-да, я видел, там кто-то погнал уже за всех голосовать. Угу. Так, так, все, голосуем заново, и потому что добавился Макс. Все, голосование объявляется заново открытым, голосуем по одному. Ну, типа, одну цифру только можно. Напряженная борьба. Так, ну я пока так предварительно лидера вижу. Пытаюсь посчитать на ходу. Игорь, ну давай пока ребята пишут, ты расскажи, как тебе все? Ты вообще ожидал, что будет столько годноты? Вообще не ожидал. Я вообще думал, что придут два человека, первый стрим посидят, а потом скажут, ой, да что-то мы не хотим время тратить, пошли мы отсюда. Это Гундосова слушать еще. Слушай, ну, не то чтобы, да, у меня было какое-то скептическое отношение, я всегда очень оптимистична и чересчур так верю, наверное, во всякие штуки, относящиеся учебного процесса особенно, да, поэтому я, наверное, скорее всего, знаете, такой максималист, который подумает, о, сейчас придет 100 людей, там, тысячи и так далее, вот, но я не ожидала, что будет столько законченных работ, ну, то есть, бывает, приходит много людей, они там, ну, участвуют в процессе, но по каким-то причинам не доделают, все же тайминг у нас был не супер длительный, да, там, по времени. Да, да. И тут я понимаю, что просто люди реально включили этот кэмп в свою жизнь, в свои дела и сделали просто, ну, ой, хорошую работу. У кого-то по 40 часов уходило, это же вообще, ну, то есть 40 часов из этого месяца люди потратили на эту задачу. И я считаю, что они стали на 40 часов круче, однозначно. Те, кто потратили на 8 часов там на работу, это понятное дело, что уже речь идет о ребятах, которые, ну, более профессиональные, наверное, да, в этом плане. У них уже есть опыт, но все равно они на эти 8 супер часов стали круче себя вчерашних, а это отличный результат. Только так, мне кажется, можно оценивать творчество. Вот, наверное, по часам, энергозатратным часам, да, которые человек потратил. Вот, поэтому просто вдохновлена этими результатами, понимаю, что только клевых ребят. Не знаю, почему. Ребята, все, я считаю, что все через год должны быть уже известными на арт-станции, иметь кучу фолловеров и так далее. Давайте, собирайте клевый портфель и идите покорять мир. Вы очень крутые, всем говорю. Согласен, мило. Ребята вообще красавцы, молодцы вообще. А еще меня теперь хвалят, а вообще еще лучше становится. Становится еще лучше, скажи в комментариях. Я хотела сказать, что, как бы, ну, конечно, какой учитель, там такие ученики и все такое, но подумала, что, ну, ты же, наверное, сам о себе знаешь, это как раз новость. Да, Игорь, действительно, какие-то стримы посмотрела полностью, какие-то по диагонали, но, ну, отследила полностью историю. Хочу сказать, что очень-очень у тебя мощный скилл сенсея, вот, и хороший такой объективизм в оценке работы и так далее. Это я уже тебя, знаешь, как педагог-педагога сейчас оцениваю. Mm-hmm.
потому что я не педагог-художник, но у меня просто есть высшее педагогическое образование. У меня только специальное педагогическое. Тут я тебя как старшего товарища послушаю. Вот. Да, и поэтому я буду говорить с точки зрения профессиональной, что ты крут, у тебя хорошая чуйка, не знаю, даже психология крутая, в том плане, что ты вроде говорил так, знаешь, по делу, ну, то есть где-то даже так, прям в лицо, да, там, каких-то вещах, то есть не обходя, да, каких-то там острых углов, но при этом это все было настолько экологично, ну, то есть настолько круто, что, ну, такой оптимизм сразу поднимался, о, я сейчас это сделаю, даже у меня со стороны, с которой смотрят, да, ну, вот, и поэтому спасибо тебе за то, что ты вдохновлял и тех, кто работал, и тех, кто наблюдал за этим, вот, огромное тебе спасибо. Ой, а вам спасибо, тут меня хвалят. Результаты конкурсов сложно всегда принимать, да, на это нужно время погрузить, я согласен, но я вам сразу сказал, что результаты будут максимально субъективными, потому что, говорю, это жизнь, это работа, и здесь все так устроено. Да, так, итак, у нас есть какие-то подсчеты? Да, давайте считать. Ну, мне кажется, здесь победило 9-е место. Ну да, 7 голосов я вижу за 9-е место. Больше, по-моему, ни у кого нет. Больше ни у кого, да. Даже 8. Да. Так что поздравляю. Вика. Спасибо, не ожидала, что что-то выиграю, если честно. Ну, почему? Крутая работа, поздравляю, 4-м местом. Теперь Арина расскажет, что там за подарок. Да, вот маленький скромный подарок. Это будет комикс и набор стикер-пак. Вот, так что напиши, пожалуйста, мне потом в личку свой адрес, чтобы я смогла отправить тебе твой подарок. Ну, хорошо, спасибо. И поздравляю. 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 Ну, работа достойная, реально достойная. Жаль, что не прошла выше, но мне очень нравится, честно. Ну, ты достойный профессиональный художник. Слушай, ну, вообще, да, у меня слишком яркие впечатления, наверное, да, потому что... Хотя, ну, вы представляете, какая у меня насмотренность, я каждый день... В школе я там вижу там, порядка 10 финалок там каждый день, ну, совсем разнообразных, да, там иллюстрации, анатомия, там все что угодно. И я не перестаю радоваться успехам учеников и школы нашей, и в данном случае ваших. Я себя таким зрителем, большим братом чувствую немножко, да, еще на меня такая ответственность была, я ужасно нервничала. И сложно выбирать, когда столько талантливых ребят, только упорных, любимых ребят в одном месте собрались. Это какое-то уникальное место. Спасибо большое серверу, спасибо большое всем организаторам этого мероприятия, вот, за то, что нас пригласили как партнеров этого мероприятия, да, и инфопартнеров, и спонсоров. Мне это доставило огромное удовольствие. Ребята-преподаватели наблюдали за тоже вашим процессом, кожу кого-то болели. Не буду сливать, вам с ними еще общаться, вот, думаю, что в процессе вы уже узнаете. Это крутые мероприятия, делайте еще, мы еще придем спонсорами. Да, круто, спасибо большое, надеюсь, да, попозже мы повторим это и с большим размахом, возможно, посмотрим, как пойдет дело, если будут люди. Зависит от того, как вы будете активненько в соцсетях рассказывать про это. Глядишь, мы соберем большую команду и сделаем еще круче, еще интересней. Большое спасибо всем, кто хвалит меня за фидбэк. Я очень рад, что получилось фидбэчить по делу и так, чтобы мотивировать. Меня всегда восхищали такие преподаватели, которые дают фидбэк, но при этом ты хочешь продолжить рисовать, а не порвать все нахер и выкинуть. Я рад, что у меня получается подобное. Судя по вашим отзывам, я не знаю, но судя по отзывам, вроде получается.
ты правда, ты смог и сказать честно, ну то есть правду, и не обидеть, и вдохновить одновременно. Ну, короче, это такой прям фэншуй какой-то, кунг-фу сенсейское владел. Круто. Ну, все, ребят, победителей много. Все победители, значит, связываемся с Алиной и с Милой. Пишем, говорим, что я победитель, дайте мне мои вкусняшки. Все остальные... Работу, пожалуйста, то есть, когда пишете, то есть, там, я победил с такой-то работы, там, такой-то месяц, с такой-то работы. Просто я в большей степени всех по работам запомнила. Пока еще не со всеми так прям, ну, с никами подружилась. Я со временем уверена, мы будем общаться еще много раз, где-то пересекаться. Но пока уточняйте работу. Отвечу на вопросик Катерины. Когда я был лидом, я первый фидбэк давал также мягко. Если меня не слышали несколько раз, пока я даю фидбэк, я уже мог пожестче давать фидбэк и говорить, типа, не, ну, сколько можно, херня какая-то, иди сделай так, как я сказал, пожалуйста. Вот. А так, конечно, надо давать мягко. У тебя же сотрудник тоже должен быть мотивирован сделать хорошо. Нельзя же его постоянно держать в стрессе. Нет, он должен вдохновляться и делать хорошо, прежде всего, по своему желанию, а не потому, что ты так хочешь. Вот. Поэтому это надо стараться поддерживать, вот, позитивный настрой сотрудника. Вот. Так что вот так. Но это выматывает, очень честно вам скажу, поэтому лидом будет тяжело. Ну все, будем-то заканчивать. Напоминаю, что также Мила замолвилась про то, что скидочки для всех, кто участвовал на покупку курсов, так что можете обратить на это внимание. Я, жалко, не участвовал, а то, глядишь, тоже обратил бы на что-то внимание. Ну, как-то мы договоримся. Хорошо. Не переживай. Хорошо, хорошо. Вот. Ну, очередной раз вам спасибо. Вкладывайтесь, ставим хэштег. Вот он. И вы супер. Жду тех, кто не закончил, жду уработки. Очень интересно посмотреть, как вы поправите, что сделаете. Все большие молодчуги. Всем спасибо. Всем пока. Обнял, приподнял там, или как там говорится. Пока-пока. Тоже хотел сказать всем спасибо, было классно. Я и в шоке, какие крутые работы у всех.